Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит канал Сотник ТВ. Сегодня 12 июня 2024 года, среда. Все наши программы, как всегда, полностью смотрите на ресурсе Patreon. И вот их главные темы на сегодня. Пещера отмечает День России, а ее главный алкогном Медведев опубликовал видео с картой России, где в состав пещеры включена вся Украина. Он не пьяный, он так видит. Запад рефлексирует вопрос готовности столкновения с пещерной бездной. Хочет ли среднестатистический европеец воевать? Ответы неоднозначны. Смотрите большой материал «Сотник ТВ». Немецкий газовый гигант Uniper сообщил о расторжении долгосрочного контракта с «Газпромом». А сам «Газпром» уже потерял в цене 91% от своего исторического максимума. Такова цена гибридных газовых войн, плешивого геополитика. Грузия ползет в пещеру. Власти Грузии намерены восстановить былые политические связи с Россией и даже открыть посольство России в Тбилиси. На этом фоне ярко контрастирует Армения, которая повысила свои отношения с США до уровня стратегического партнерства. Смотрите в программе «Поскриптум». Саммит «Большой семерки», который на днях пройдет в Италии, скорее всего, станет последним в нынешнем составе. Политические вызовы формируют неизбежные перемены. После того, как сына Джо Байдена, Хантера Байдена, признали виновным в уголовном преступлении по трем пунктам обвинения, неприятности у подсудимого не закончились. Его ждет еще один процесс. И на этом все. Полностью все наши программы смотрите на ресурсе Patreon. Выбирайте удобный для вас пакет и получайте информацию и аналитику из независимого источника. И я рад приветствовать всех, кто становится нашими патронами прямо сейчас. Всех обнял. Увидимся в четверг. Слава Украине!